Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи с 23 по 29 октября для всех знаков зодиака, узнаем прямо сейчас. Овнам, представителям коммерческих структур, нужно помнить, что упорство и правильная оценка помогут объективно взглянуть на ситуацию. Во второй половине недели следует остановиться и сделать паузу. Если вы не можете оставить все важные дела, то беритесь только за самое необходимое. Сейчас не следует рисковать, пускаться в авантюрные приключения, добиваться расположения лиц противоположного пола и выделяться из окружения. Ситуация понедельника и вторника, впрочем, как и настроение и самочувствие, у большинства тельцов будут меняться настолько неожиданно, что лучше заранее ничего важного на эти дни не планировать. В четверг близнецы будут особенно активны, трудолюбивы и уверены в себе, а значит, самое время приступить к выполнению своих грандиозных планов. Также это хорошая неделя для физических нагрузок, активного отдыха, длительных прогулок и путешествий. Домашние дела на этой неделе могут стать главным приоритетом для представителей знака зодиака Рак. Возможно, у вас появятся новые интересные идеи, как сделать условия проживания более удобными, комфортными и функциональными. Для львов, мечтающих найти себе работу по призванию, наступает хороший период. В целом, всех представителей знака на этой неделе ожидают профессиональные достижения, если вы воздержитесь от личной инициативы и проявите себя как хороший исполнитель. На этой неделе девы могут встретить человека, который станет вашим учителем или примером для подражания. Кроме того, сейчас хорошее время для начала обучения или получения новой профессии. Тщательно проверяйте всю поступающую к вам информацию. Вероятность получить ложные сведения, в особенности, велика в середине недели. Весов ждут приятные сюрпризы и встречи с интересными людьми. В личных отношениях все складывается удачно. Вы получите от партнера необходимую поддержку. На этой неделе звезды советуют весам больше общаться и рассказывать о своих интересных идеях и планах. Скорпионам на этой неделе нужно особенно тщательно следить за своей репутацией. Возможно, вас попытаются втянуть в какую-то интригу или тайные дела. Не поддавайтесь на провокации. Высокая работоспособность и нацеленность на отличный результат будут свойственны стрельцам с 23 по 29 октября. Вам удастся решить многие сложные проблемы, которые не под силу вашим коллегам. Козерогам нужно приложить усилия, чтобы раскрыть свои способности и таланты. Сейчас самое время для творческой самореализации. Здоровый эгоизм на этом этапе вам не повредит, а напротив, позволит более прочно утвердиться в жизни. Еще это удачное время для смены имиджа. Новая прическа, цвет волос, стиль одежды и макияж подарят вам прекрасное настроение. У водолеев на этой неделе будет неплохая возможность подзаработать. Ваши скрытые предпринимательские способности проснутся и найдут отражение даже там, где вы меньше всего этого ожидали. Удачный обмен, покупка, продажа или уговор принесут солидную прибыль. Для рыб, рожденных в феврале, эта неделя приятна во всех отношениях, ведь вы будете трудолюбивы, изобретательны, привлекательны и притягательны. Так что не исключено, что вам очень повезет в карьере, ну а в амурных делах вам вообще не будет равных. А вот у мартовских рыб возможны небольшие конфликты на работе. Чтобы избежать проблем, астрологи советуют не участвовать в интригах и проверять полученную информацию от незнакомых людей. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!